обращаешься к людям, они, конечно, принимают участие, даже не против. А если им не предлагаешь, значит, и ничего не будет. Совсем недавно на нашем канале вышел выпуск про красочные подъезды дома 10 на улице братьев Захаровых. Теперь пришла пора поставить все точки над «и». Обратимся за ответами к старшей по подъезду Сизовой Татьяне и председателю ТСЖ Дроздовой Наталье. Председатель у нас очень молодец, она пытается сплотить весь дом, чтобы люди участвовали в жизни нашего дома. Все это наладить, сплотить дом, работает, тепло у нас, красиво. Ну и вывешиваем к каждому празднику, вот у нас даже здесь есть. К 23-му, к 8 марта вывешиваем поздравления. 9 мая обязательно проходим ветеранов по дому, какие у нас есть. Обязательно поздравляем, ходим. В итоге председатель предложил, говорит, давайте поучаствуем в конкурсе. Для этого мы решили еще разукрасить наши подъезды. В этом нам помог преподаватель школы искусств номер 1 Зюков Сергей Григорьевич. Ему большая благодарность за то, что он нам помог в этом, что поддержал нас в течение лета, он нам все это разукрасил. Благодаря, конечно, ему, благодаря нашим жителям, вот мы заняли это первое место в конкурсе. Инициатива это нашего дома. Естественно, мы выделили денежные средства для того, чтобы нам привели вот в такой красивый вид наши выходы. То есть все это было за счет дома, а не за счет администрации или еще кого-то. На сегодняшний день у нас люди очень скромно относятся ко всему, пассивно и скромно относятся. Моя работа заключалась в том, чтобы организовать всю эту деятельность, и я думаю, что мне это удалось сделать. Пусть люди участвуют, принимают участие, выигрывают, надеются на выигрыши. А в дальнейшем вот результаты налицо. Всем удачи! Про художника дома 31 на улице Свердлова нам удалось выяснить совсем немного информации. Знаете, чья это была инициатива и кто нарисовал? Нет, инициативу мы не знаем, но вообще это у нас здесь вот был молодой человек, он убирался, и вот он все нам рисовал, все. А средства ему выделяли, платили? Ну нет, в общем-то. Ну, кто хотел, немножко сбрасывались, кто краску давал, как так, конечно, он, как он, откуда он все купит. Вот все сам он сделал, все подъезды сам, абсолютно он все делал. Леша, да. Леша его, да, зовут? Алексей? Да, Алексей. Художник Алексей. А красоту внутри подъездов навели уже сами жители. Не стесняйтесь проявлять инициативу, раскрашивайте свои дома и помните, дело мастера боится. Специальный корреспондент Валерия Козырева, интернет-канал «Булаковский репортер».